Приветствую всех. Привет из солнечного города Сочи. С вами Арина. И мы сегодня с вами выехали гулять по городу. Сегодня у нас с вами 9 сентября. И посмотрим, куда меня ветер занесет. Куда занесет ветер, там буду снимать для вас и показывать районы, цены, магазины. И посмотрим, что из этого влога у нас выйдет. Не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии. Я все читаю, я вас благодарю за комментарии. И что, поехали? Оставайтесь со мной. Ну что, друзья, попытаем удачу. Русское лото, 100 лото. Значит, я набрала билет на 1850 рублей. Мне дали карточку, скидку. И мы их проверим с вами. Так, сегодня что мы, где тут? Хочу вам немножко показать местность. Там улица Павлова. Шаурма. Здесь цены. Лаваши хачапури. Свеженькое все. Спортивный клуб. Каратист. Даже есть. У нас, оказывается. Так. Значит, вот эта дорога по прямой идет Лазарева и пешеходный переход и переход надземный. Аптека, мини-маркеты. Это пересечение улицы Победы и на Павлова туда, наверх уходит дорога. $1,850. Смотрим, какие здесь есть палаточки, магазинчики. Вот детская одежда красивая. Давайте примерно цену посмотрим. $1,500. $800. Красивые ветровочки на девочек и на мальчиков маленьких. Так. Футболочки. 1800. А у вас турецкая одежда, да? Да. Очень хорошие, кстати, красивые вещи на детей. Угу, спасибо. Так, что-то ценное я могу здесь найти. Конвертики. А конвертики почем? Конвертики
квадратики мы сейчас на сами составляем. Вот этот уголок с резинкой 1,5. Этот плед надо посмотреть. А общая стоимость вот этого конвертика, например, примерно 2-3? Нет, этот или 1,5, или может чуть. Все вместе, шапочка там, да? 3-3200, вот так где-то. А, будет. Тоненький здесь плетик. Да, это тонкий, это тоже поняла. Теплые плетики у меня. 1,5, ну это нормально. Не, 1,5 уголок с резинкой, 1,5 это 3-3200 в общем будет. А шапочка? Вот это 800, вот это 500. Цены 800. Везде есть. А, да, вот вижу. Тут в подвалах цены. Вчера привезли. Очень красивые, вообще прям супер. Шапочки. И сколько обуви? А обувь в пределах какой суммы идет? Тысяча 300 босоножки. А, ортопедические даже есть, да? Ну, да, вот эти, которые... Отлично, отлично, спасибо. Даже колясочка продается, да? Школьная форма. Купальнички. А сколько такая колясочка стоит? 15 500. Она только прогулочная, да? Получается. А, и автолюлька, все, я поняла. Спасибо. Вот, вот это очень хороший магазин. Очень красивая детская одежда. Я уже давно смотрю про нее. Так, оптика. Оптика. Посмотрим цены в оптике. А тут цена только за оправу, да? Да. 4 300, 3 500. Ага. А зачем я снимаю? А? Ну, чтобы выбрать потом. Так, это итальянские, да? 15 900. Так, а еще какие уже они? А вот белый с черным можно померить? И рич могу. Так, цена у них 23 700. Вот очень выделяется вот эта белая часть, хотя вот сбоку очень хорошо, да, смотрится. Можно. А, да, вот это можно. О, да, вот эти вот очень даже... Они наподобие моих. Но они более тяжелее, вот такие вот. Потому что они помассивнее. Массивные, ага. Но они очень нарядненькие. Угу. Так, сейчас я поближе. Надо подумать и потом. Что, мы с вами посмотрели цены в оптике, примерили очечи. Очечи не дешевые, надо подумать. И сейчас мы с вами дальше гуляем. Вот я показываю. За мной улица Лазарева, впереди улица. А, опять забыла. Девочки мне предупредили, я забыла микрофон. Опять взять с собой. Так, это у нас продажа часов.
Ну что, друзья, мы решили попытать удачу в спортлото. Купили мы билетов, мне дали скидку, карточку бонусную. Я первый раз покупаю свои билеты. И я сейчас буду проверять. Там есть моменталки, а есть, которые будет розыгрыш завтра, есть, которые где-то еще потом, попозже. В следующем видео подписывайтесь на меня, я расскажу, что я выиграла. Мне вот даже самой интересно. Вот, а вам интересно, напишите, выиграла я что-то или нет. Сумма потрачена около 2000 рублей. Так, ну что, посмотрим, что я выиграла на моментальных билетиках. Интересно, что я выиграла в лотерейке. Сочи, Лазаревская, Спорт Лото 2023. Подписывайтесь. Так, а вот это сбитый мед, тот же самый мед, но только он белый. Специально сбивается в центрифугах, и он становится, сахар разбивается, и он становится так, как кремовый. А почему он белый? Он же вроде жирный. Он сбивается в центрифугах специально. А вы любой даже мед дома возьмите, так вот слегка сбейте, он становится, да. И это в такой мед, крем-мед, добавляется уже вот у нас пыльцу добавляют, прополь, малина. Черника есть, лимон. А вот хотела просто эти подушки еще, они запахом, да? Это у нас идет лаванда с шелухой гречихи. Это вот такие валики, на них можно спать. Это вот у нас наша спина расслабляется, наша шея. Очень хорошо, комфортно. А вон там это чисто, тоже? Это диванные подушки. А, они без запаха, да? Нет, тоже лаванда, точно по 900. А, тоже они с травой, да? Маленькая. А, и вот еще есть валики. Это валик специально для проработки, там вот даже схема есть. Это чисто лаванда. Это чисто лаванда. Лаванда у нас успокаивает нервную систему, нормализует сон, настроение, сердечные нервы. А и чаи вот тут раз. Это у нас 75 видов сборов наших различных заболеваний, плюс наша косметика натуральная, это тоже на экстракт травы и лаванды, букетики лаванды. Лаванда бывает разных сортов. 100 рублей один букетик. Да, это один букетик. Лаванда бывает разных сортов. Вот у нас сейчас такая, были раньше маленькие, сейчас такие. Ну, она очень ароматная, чувствуете, какой запах. А я, да, я вот зашла, кстати, по запаху, очень так вот запахло. Ну, у нас лаванда, видите, у нас очень много. А вот еще валики. Нажали, и она обратно пошла. По 700 рублей они все, да? Нет, разная цена есть. Есть 400. Вот, 420. А по карточке можно? Конечно, у нас любая оплата. Есть совсем маленькие, есть по 100 рублей, есть по 200 рублей, есть по 300, есть 400, 600, 700, 500. То есть выбор, пожалуйста, 900. Я для умывания. Выбирайте, какой вам нравится. Уходовая косметики, начиная от умывания, гель для умывания. Держите в руках. А вы там какой-нибудь пакетик расположите, чтобы они у нас... А вот это здесь, я вот только вот такой могу. Вот такой. Потому что другого мы вот так вам... Шампунь без сода. Вот, да, еще шампунь. Я сейчас выберу. Спасибо. И вот так держите. Мед, так. Имбирь и прополис. Имбирь с прополисом. Это я вот беру. Сейчас мы смотрим подушечку. Сейчас я посмотрю себе подушечку. С лавандой, да? Да, лаванда с шелухой гречихи. Шелуха гречихи оказывает массажное действие и держит форму подушечки. А лаванда ее ароматизирует. Так, все, я вам туда положила. Да, пахнет, я уже чувствую. Наши а что с ней надо? Спать просто на ней? Да, можно спать. У нас некоторые, вот у кого как бывает, кому как удобно. Кто-то берет такие, им удобно. Кто-то вообще маленькие. А кто-то берет такую подушечку. Она удобная, она на молнии. А можно ее посмотреть? Да, конечно. А что я полностью Открыть? Да.
Вот, так она вот, смотрите, июль месяц, все сделано. Гобелен. Это вот вся линейка гобелен. Наволочки гобелена. Гобеленовые наволочки. Да, я вижу, что гобелен. А, вот здесь гобелен у нас идет. Да. Так, еще валик. А какой, интересно, удобнее, может, валик? Валик, смотрите, вот это, и тут у нас лаванда чистая. Чистая лаванда. Да, это лаванда. А вот здесь уже, это лаванда, а это вот у нас лечебные. Их очень много. В интернете, вот видите, тут прорабатывается у нас поясница, грудной отдел, шейный отдел. Это как лечебный работа. Очень, да, очень хороший, удобный. И обратите внимание еще на наше мыло. Оно мыло необыкновенное. Оно сделано на термальной воде горячего ключа, плюс экстракты натуральные. Он пахнет вкусно, прям с сандалом. А этот попробуй. Ну-ка. Не догадайтесь, что это? Что-то такое знакомое. Лавр. А, лавр. Тут же, да, добавлено лавр. Еще это. Ну и лаванда. А она хорошо пенится, если... Очень. Очень. Да, ладно. Сейчас я возьму. Пачули. Да. Пачули, очень нежный запах. Такой. Натуральный. Угу. Да, ой, вот это вкусно. Это с чем? Да, пачули. Пачули. Очень вкусно пахнет. Да, это полностью натуральный состав. Сейчас пенится. Так, ну что, мы едем дальше. Едем до Валберес. Посмотрим, что мне пришло в Валберес. В экологическом магазине я купила подушечку с лавандой, два меда и еще там флакон, жидкость для рук, лица, тоже с лавандой и с прополисом, и мыло. Мыло с прополисом. Будем пробовать. Если мы распробуем все это отлично, будем частенечко у них покупать. Правда, у них нет карточек и нет никаких подарочков. Это минус. Она говорит, продавщицы все жалуются. Но вот так вот. Так, ну эту возьмем. Так, вторая рубашечка. Тоже красивый цвет такой. Ну, тоже возьму. Вот стягивается, я так понимаю. Цвет симпатичный. Вторую тоже возьму. И первую возьму, и вторую возьму. Рубашечку. Так, следующие шорты. Лен. Тоже возьму. Они такие тонкие-тонкие. И на резиночке, кстати, сделаны. Сейчас летние вещи идут по хорошей скидке. Валберес. Вот, угу. Хорошо светится. Какой? Вот. Такой? Три. Три вида, да. Три режима. Угу. Наша сегодняшняя поездка с вами подходит к концу. Будьте со мной, и вы узнаете в следующем видео, что я выиграла в Спортлото 2023. Сразу могу сказать, что на моментальных билетиках я выиграла 500 рублей, но там потрачено где-то, по-моему, 1000 было рублей. И что я выиграла на остальных лото, да, там русское лото есть, жилищное. Я завтра пройдут как раз ответы по этим лотереям, будут розыгрыши, и я скажу, что я выиграла.
Значит, Валберес я вам показал. Еще пришло кашпо. Вот оно сзади в коробочке лежит. Большое кашпо, высокое, полметра. И заказал искусственное дерево еще домой. Вот. И все, в принципе. В магните я зашла, купила себе дыньку. Купила немножечко продуктов, но я не стала вам показывать. В принципе, мы в этом магните с вами уже были. И все. Мы направляемся домой, в горы. Всех благодарю за просмотр, дорогие мои. Будьте со мной. Целую вас, люблю и прекрасных вам выходных. Пока-пока.